Гибель, больница и разбитый кабриолет. Такой итог столкновения дорогого автомобиля с лосем на 20-м километре трассы Кола. Водитель Porsche Boxster давил на газ, когда на дорогу внезапно выскочило массивное животное. Затормозить не успел. Мужчина, ему 51 год, госпитализирован в тяжелом состоянии. А машина серьезно помята, лось погиб. Полиция проводит проверку.